Яркий, артистичный, зажигательный. На сцене юные вокалисты, каждый со своим характером, голосом и образом. Все они воспитанники преподавателя по вокалу детской школы искусств Альбины Тесля. Сегодня у них творческий вечер, их праздник. Для некоторых первое выступление на сцене. Просто, просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. На крыльях таланта именно так назывался концерт с участием юных артистов, который прошел в городском дворце культуры. Девчонки и мальчишки не просто исполняли песни, они жили ими, передавая свои эмоции и чувства через каждую ноту и движение. От мягких и нежных песен до энергичных и динамичных композиций. Каждый номер поражал своей оригинальностью и профессионализмом исполнения. Каждое выступление сопровождалось яркими танцевальными номерами от коллективов Арнауту, Вдохновения, Амели, Best Dance, MB Studio. Звуки музыки сливались с ритмичными движениями танца, создавая неповторимую атмосферу. Каждое выступление было ярким и захватывающим, как звездное шоу. Зрители были в восторге от разнообразия жанров и стилей. Концерт произвел на них неизгладимое впечатление, заставив ощутить всю мощь и красоту музыки. Волнующие аплодисменты не умолкали ни на мгновение. Мне безумно сильно понравилось. Честно, я не ожидала такого вау. Ребята молодцы, хорошо постарались, хорошо выступили. Было прикольно посмотреть на столько молодых, амбициозных ребят. Даже в молодом возрасте они показывают свои таланты. Это не передать словами, до чего все было великолепно. Дети восхитительны. Таких талантов, по-моему, ни в каком городе Приднестровья нету, как у нас в Рыбнице. Эмоции переполняют, вот эти создания радуют. Просто гордость. Очень хороший концерт, мне все понравилось. Хорошие впечатления, все очень красиво. Программа просто до такой степени была насыщена, мне кажется, не оставила никого равнодушным. Этим детям с их педагогом, с великим мастером можно гастролировать не только по Приднестровью. Это величайший уровень. Гордость за такого педагога, за учителя, за мастера с большой буквы, которая привила детям, развернула, раскрыла все их таланты, показала этому миру эти чистые голоса и чистые души. Я думаю, сегодня никто не остался равнодушным. Очень прекрасно. Хорошие детки, очень умные, молодцы. Я от всей души это вот их поздравляю с концертом. И дальнейшим успехом им. Получили массу удовольствия, потому что это будущее наше. А если у нас такое будущее, значит у нас у всех будет хорошее будущее. Спасибо огромное организаторам нашего концерта. И спасибо, что у нас в городе есть вот такой талантливый педагог, который обучает наших талантливых детей. Для преподавателя юные вокалисты – настоящее сокровище. Каждый из них – это как отдельный бриллиант, уникальный и блестящий, со своим характером и со своей харизмой. Но вместе они создают нечто особенное. Я чувствую эмоции, энергию, восхищаюсь своими детьми. И хочу сказать еще, может быть, к месту огромное спасибо им и родителям, потому что мы работаем все вместе. Такой некий треугольник – педагог, ученик и родитель. И получилось сегодня массу удовольствия, море эмоций и зарядилось еще на следующие какие-то идеи. Концерт закончился, а эмоции и восторг остался у каждого свой. Меня зовут Миша, и я занимаюсь 2 года вокалом. Я научился очень многому. И Альбина Леонидовна – это самый прекрасный педагог, которого я вообще за всю историю своей жизни видел. Неописуемое чувство, что ты выходишь на сцену, видишь зрителя. И эта энергетика, она очень вдохновляет. Хочу сказать огромное спасибо Альбине Леонидовне. Те, кем мы являемся, это, конечно, Альбина Леонидовна труд. Хочу, наверное, поблагодарить больше всего зрителей, ведь они передают нам энергетику, вайб, кайф. Они нас заряжают работать дальше. Этот вечер стал не просто музыкальным событием, а настоящим праздником искусства и таланта. Он останется в памяти каждого артиста и зрителя надолго. Этот концерт наполнил сердца радостью и вдохновением. Ирина Шлева, Олег Слободенюк, Лик ТВ. Что есть внутри, отдавай.